19 мая в День пионерии. По традиции, в прошлом Доме пионеров, в настоящем в Центре творческого развития, состоялся фестиваль детского творчества. В очередной раз зал был наполнен детьми, педагогами и зрителями. Также прошло награждение ребят, которые особо отличились. В танцевальном творчестве, в песенном, которые выступали у нас на театральных подмостках, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством и также имеют успехи в рукоделии. Вот с сегодняшнего дня открыто здесь, этих стенах, и выставка, которая у нас называется «Мир руками детей». Потому что дети, которые обучаются прикладному творчеству под управлением профессиональных педагогов дополнительного образования, потом много-много мастерят. И вот здесь за моей спиной эта выставка поделки в различных техниках. И это очень радует, потому что дети обучаются и вязанию, и вышивке, и рисованию, и тем техникам, которые иногда для нас, даже уже более старшего поколения, являются очень новыми, интересными. Иногда и название не очень-то выговоришь. Но, тем не менее, ребята вот это умеют делать и обучаются этому в стенах Центра творческого развития. На сцене выступили творческие ребята, продемонстрировав, чему они научились за прошедший учебный год. Ребята переодевали костюмы, играли с залом, пели, танцевали, показывали интересные сценки. С каждым днем она будет летать все выше и увереннее. Смотрите, как здорово у нее получается. Но это нереально. Сороки не могут так парить. Да, сначала я уставала, но с каждым днем мне все легче. Я поднимаюсь выше и выше, мои движения все увереннее. И теперь я полечу еще дальше. Этот учебный год был трудным, потому что центр вступил в стадию реорганизации. Помимо того, что ребята выступают на сцене, добавилось много новых, непривычных для учреждения видов деятельности. Например, техническое творчество, авиамодельный кружок. Учебно-опытный участок, на котором выращивают цветы, рассаду и другие различные растения. У населения, кому это нужно, могут обращаться туда за советом, либо за приобретением этой рассады. Ну и скажу по секрету, что мы сейчас готовимся с естественно-научным отделом в этом году в обязательном порядке принять участие в выставке ВДНХ со своей экспериментальной продукцией, с этого учебно-опытного участка. Какие бы нововведения ни произошли, это только к лучшему. При этом педагоги центра стараются соблюдать традиции в воспитании патриотизма в детях. Поэтому День пионерии, День фестиваля детского творчества, остается одним из любимейших мероприятий, проводимых в стенах Центра творческого развития. День пионерии для нас святой праздник. И для старшего поколения, тех, кто был пионером и помнит это прекрасное время. Ну и для наших юных воспитанников, которым мы также рассказываем про героическую историю нашей страны.